перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Просто душевный разговор. Бля, Раф, будешь во время эфира присылать мне видео, блядь, или какую, или какие-то сообщения, я тебя забаню. Я тебя наберу. Пообщаемся. Расскажешь мне, как ты соскучилась по мне. Почему ты такой злой? Ебать. Потому что мне хуйню сразу, только зашел в эфир, сразу полетели какие-то неприятные вещи. Поэтому я и злой. На самом деле я добрый. Бля, еще раз мне малой назовешь, я тебя забаню. Какой тебе малой, блядь? Да не знаю, раньше как-то в эфирах попозитивнее были люди. Сейчас как не войдешь, какая-то хуйня, блядь, льется. Поток, блядь, сознания какого-то непонятного. Весна, что ли, блядь? Биты не продают. 100 раз говорил уже об этом. Вы что думаете, мне, блядь, трудно банить, что ли? Вообще нихуя. Как раз нормально сегодня пофильтруем долбоебов. Пишите, пишите. Харьков, салют. Луганск, салют. Настроение охуительное. Начали новый альбом. Уже там 2 или 3 трека в процессе. Настроение заебись, просто, я немного не понял вот этих вот, блядь, комментов каких-то, выпадов. Я что, что-то плохое, что ли, сделал? Оскорбил как-то? Нахуй мне такую хуйню писать? А ты где сейчас? Красавица. В Питере? К интеллектуальному рэпу я отношусь позитивно. Только если он действительно интеллектуальный, а не псевдоинтеллектуальный. ЕКБ, я с вами. В Сочи? А что, когда в Питер вернешься? День второй не планируется, ребят. День второй не планируется. Киев ждет. Киров когда? Донбасса, привет. Киров, Омск в теме. С Рамдигой будет фит. Не планируется. Давайте про фиты поговорим. Это же ваш любимый вопрос. Будет трек «Лёд 2».
С АТЛ тоже не планируется. Вообще ни с кем не планируется фитов, ребят. Ни с кем не планируется фитов. Привет из Бурятии. Бурятия, привет. Фитов ни с кем не планируется. Планируются только сольные треки. Но, возможно, фиты и будут. Просто они не планируются. С бутыркой когда? Ха-ха-ха. Это просто мега смешная была шутка. Просто. О чем сейчас мечтаешь? О чем я мечтаю? Да, пожалуй, кроме как о фите с Оксимироном, я ни о чем больше не мечтаю, ребят. Сейчас вот самая главная моя мечта. Так. Вот классические вопросы полетели. Как тебе Гуф и Птаха батл? Я уже, наверное, раз 500 об этом сказал. Просто ну, в 501 уже не могу просто. К Кровостоку нормально отношусь. Это прикольная группа со своим стайлом и вообще. Девчонок много сегодня в эфире у нас, что не может не радовать. Какие самые тяжелые наркотики употреблял? Безответная любовь. Вот самый тяжелый наркотик, который я употреблял. Сейчас пока не читаю ничего. Творчество Димаста мне нравится. К Бабангиде, как я отношусь, да я не особо знаком с его творчеством, чтобы как-то к нему относиться. Будет ли концерт в NY? Слушай, ну после пары не срастившихся моих концертов, что-то мне уже пофигу, будет или не будет. Плоская земля рулит, пишет Слава. Сява. Сява, у меня большие сомнения, что земля плоская. Вот, поэтому я с тобой не соглашусь. Напишите, пожалуйста, Сяве, что он заблуждается, наверное, с плоской землей все-таки. Началось совместки. Говорят, волосы отрастил, сними капюшон. Ха-ха. Лысый я, лысый. Какие волосы, вы что? Ты просто не понимаешь. Хочешь обсудить это, Слав? Могу позвонить. Бля. На самом деле это наш прикол. Творческую хаски отношусь хорошо, положительно. Судя по комментам, можно вообще понимать, что какие темы сейчас в тренде. Батл Гуфа и Птахи, выборы, плоская земля. Так, назовите мне весь состав группы Wu-Tan Clan. Только не залезайте в Google. Весь состав, все там 9 или сколько, 10 человек. Так, молодцы, фильтр продолжает работать, долбоебы банятся. Пишите, пишите хуйню. Чё, сейчас сегодня как раз вот
Риза, так, Риза, Смоки. Я вам на память даже смогу сказать весь состав у Танга, никуда не залезая. Так, значит, Риза, Джиза, ODB, Ghostface, Raekwon, Inspecta Deck, Югат, Каппадонна, Маста Килла. Ну, по-моему, все. Method Man. Елки-палки. Method, конечно же. Так. Стекла не вышли. Нет. Редман никогда не входил в состав Утенга. Не надо писать такое. Не надо такого нам писать. Как ты относишься к новым участникам Газа? Честно вам признаюсь, я не всех даже как бы вот типа, например, с Матрангом я один раз увиделся и поздоровался там. То есть я даже их, можно сказать, и не знаю там типа вот Матранга или Свадяры, я так, можно сказать, поверхностно знаком. Да и вообще я очень редко бываю на газе, очень редко, поэтому, наверное, все-таки это моя проблема, что я с ними практически не знаком. Вот. Хватит пыхать. Мое любимое время года, конечно же, лето. И ранняя осень, вот когда вот чуть-чуть заканчивается уже лето и первые дни осени. Мне понравился трек «Медуза», да. Отличный трек. Во, Смоки Мо, Тим. Сентябрь, конечно, лучший месяц в году, потому что у меня, во-первых, днюха в сентябре, а во-вторых, это реально крутой месяц. Respect from Brooklyn. Когда тур в США? Да я вообще без понятия. У меня тут столько дел, что мне не до туров пока в США. По-моему, я в прошлом году должен был приехать на несколько концертов, но там в связи со странностями организатора концерты отменились. Клип новый Джа Калиба, да, класс. Это мне напомнило чем-то клип Доктор Дрей, Тупак, California Love. Такой же размах и вообще по атмосфере что-то такое. Круто, 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 круто. Куда бы хотел. Воронеж. Йоу. Йоу-йоу.